Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Самарский политех споткнулся на финишной прямой в женской баскетбольной суперлиге. На родном паркете дважды ему поставила подножку команда из Ростова. Первым матчем главный тренер СМГТУ остался, мягко говоря, недоволен. Поражение 58-64. С такой игрой в плей-офф делать нечего, прокомментировал ситуацию Александр Гаршин. Не получилось организовать матч-реванш самарским баскетболисткам и на следующий вечер. После четырех четвертей табло зафиксировало счет 71-78, не в пользу политеха. Не помогли одержать победу и точные броски лидеров команды Ольги Овчаренко и Полины Завьяловой. На двоих они заработали всего лишь 32 очка. Нет оправданий, наверное, этому проигрышу. Проиграли сами, не навязали свою борьбу, подошли, наверное, к их игре, не играли своей игрой, из-за этого проиграли. Много не забили. Скорее всего, от того, что пошли играть, во-первых, не от защиты, а начали пытаться нападением. В защите проиграли, и нападение также не пошло. За два тура до окончания регулярного сезона Курская «Динамо» становится чемпионом страны. Оно опережает ближайшего соперника на 17 очков. После двойного домашнего фиаско политех опустился на четвертое место, уступая третье омскому «Нефтянику». Ростов, напротив, поднялся на вторую строчку турнирной таблицы баскетбольной суперлиги. Четвертая игра у нас на выезде, у Самары хоть и дома, но все равно четвертая игра, поэтому тяжелая игра была. Очень много было контакта, потому что никто не хотел никому уступать. Сейчас вроде нашли свою игру, и я надеюсь, что хороший будет настрой на... Не то, что будет, он будет хороший настрой на плей-офф. Последние игры регулярного сезона политех проведет в Самаре. Матчи состоятся через неделю, 20 и 21 марта в 6 часов вечера. Соперник – Спарта из Видного Московской области. Затем стартуют матчи плей-офф. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.